Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Виктор Быстров, автор сайта boybystro.ru. Из этого короткого ролика вы узнаете, как быстро узнавать, кто изображен на картине. Алгоритм поиска такой же, как и для поиска по фотографии. Предварительно сохраняем файл с изображением на рабочий стол. Затем заходим в браузере Google Chrome на сайт Google. Выбираем вкладку «Картинки» и перетаскиваем файл с рабочего стола раздел «Поиск изображений», а затем ознакомливаемся с результатами. Как вы видите, менее чем за 30 секунд мы узнали, что автором картины является итальянский художник Франческо Хайес. Еще через несколько секунд мы узнаем, что картина называется «Венецианка». Написано в 1852 году и хранится в одном из частных собраний Милана. Если вам понравился ролик, приглашаю вас на сайт poyskbystro.ru, где очень много информации о быстром поиске в интернете. Там же можно подписаться на рассылку «Секреты быстрого поиска за 5 минут». Большое спасибо за внимание. До новых встреч!